Всем привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, как можно увеличить вертикальный прыжок с помощью программы Air Alert. Поехали! Данная программа абсолютно непригодна. Она прям противоречит основной концепции развития вертикального прыжка. Вертикальный прыжок – это мощность проявления максимально возможного усилия за наименьшее время. Программа же Air Alert предлагает нам выполнять огромное количество повторений в подходе. 20, 30, 50, 100. Там есть даже недели, в которые можно выполнять 200 и 400 повторений. Уже после 10-15 максимальных повторений вы будете чувствовать в мышцах закисление и забитость. Данный факт не будет позволять проявлять максимальную мощность и силу. Она уж точно не поможет увеличить высоту прыжка. Она поможет вам прыгать, увеличить прыжковую выносливость, общую выносливость, но не высоту прыжка. Многие из вас говорят, что они увеличили свой прыжок с помощью этой программы. Возможно, если у вас изначально был прыжок 10-20 сантиметров, и вы научились только прыгать, научились использовать свои мышцы, развили внутримышечную и межмышечную координацию. До этого вы вообще никак не прыгали, а тут начали выполнять данную программу, и у вас какой-то результат, конечно, будет. Но чтобы развиваться уже на более высоком и профессиональном уровне, данная программа абсолютно непригодна. Поэтому, друзья, занимайтесь с умом, занимайтесь грамотно, изучайте данную тему. Но если вам интересна тема увеличения вертикального прыжка, и вы хотите его увеличить достаточно быстро, безопасно и гарантированно, перейдите по ссылке в описании, там мы с вами поговорим и обсудим все основные нюансы. Ну а с вами был я, Кругликов Семен, и я категорически не рекомендую выполнять программу Air Alert для увеличения высоты вертикального прыжка. Ну а на сегодня все. Пока!